Злато мира, оно везде. А слепым не дано его видеть. А мы построим на это золото храм до самых небес. И наступит на земле Царство Божие. Я не могу тебе запретить встречаться с этим твоим спортсменом. Красный яр! Он уходит из спорта. Он будет писать диссертацию. Режиссер и автор нашего проекта – госпожа Натали Легран. Бонжур. Вам случайно не встречалась такая фамилия Плахов? Кража у него на прииске случилась. Что ты мне отработаешь, свинья ты такая? Поймаем вора. Дело дней. Поцелуйте меня, Павел Иванович. А это господин Маришаль. Что такого есть на свете, за что стоит воевать, умереть? За свободу. Он сильный, как я понял. Я предлагаю вам бежать со мной. Я не могу с вами. Одно только зло от них будет для города. Зло? Офицер кричит. Пыли! Пришло мне письмо из столицы. Беглый каторжник в наших краях объявил. Убийств на нем пишет более 20 душ. Это все золото. Но не твое. И в руки людям смертным не дается. Нам нужно золото. Пошли. Важно, что это место действительно существует. Мне нужно это золото, Виктор, нужно! О! За что вы кровь проливаете? Стой же, Наташа! Я золото тогда отпущу, иначе резать стану. Чёртово это золото! Оно и тебя убьет. Павел! Пойдемте, я познакомлю вас с людьми, о которых я говорю. Мы будем противостоять косности и бесправию! Молодые террористы, как же я вас ненавижу! За что вы кровь проливаете? Где остальные, говори? Не знаю, никого не видел. Уходи. Уходи.